преддверии Нового года коллектив Калужской клиники МНТК имени Федорова исполнил мечту воспитанников Калужского областного центра содействия семейному воспитанию имени Попова. В прошлом известный как Азаровский детский дом, центр сегодня воспитывает 50 детей в возрасте от 2 до 17 лет. Они объединены в 5 семей. Директор филиала, доктор медицинских наук, профессор, депутат Законодательного собрания области Александр Владимирович Терещенко подарил центру многофункциональное массажное кресло с искренними пожеланиями здоровья. По рекомендациям психологов, воспитывающимся без родительской ласки детям полезно иметь для расслабления, повышения жизненного тонуса и реабилитации столь могучего оздоравливающего помощника. Подарок калужских офтальмологов займет достойное место в комнате сенсорной разгрузки. Не меньше восторг как детей, так и воспитателей вызвали умные колонки с Алисой и сладкие подарки. Воспитанники подготовили гостям новогодние концерты и вручили свои поздравления врачам. Александр Терещенко обещал прочитать всем коллективам детские пожелания.